Да, в инвизе можем пробежать до рыси как-то, только не у всех инвиз, к сожалению, есть. Так кто в танке, алё? Ну ты оставайся тогда пока. Я в ребре. Тогда Кирос давай танк примем. У нас ещё зельки на ап все закончились. А, Дима, блядь, ты где? В смысле? У нас зельки на ап закончились? Сколько там есть? 45, 49? Я не увидел просто. Закончились, нифига себе. Вчера летали, траву собирали. Я выжрал, наверное, до конца, я думаю. Каску по... Арканам. Да, по мне. Сразу алкал фласки пейся тогда. Так сапроты пьем или... Нет, нет, зачем нам нарыть сапроты? Сапроты там... Вроде только на левого босса. На левого или можно на малокраса. Только мы помним, что залетать сразу нельзя. Сейчас Кирос нажмет этот чардж, и все, и сразу за инсталл окажется. Включите, включите кто-нибудь стрим. У меня комп слабый. Но я могу стрим включить, но лагать будет. Он Void включил. Подписывайтесь на канал сразу, ребят. Не забывайте про лайки, донаты. Да. А что, нельзя прямо в Дискорде донаты подключать? Прикольно было. Сейчас он тебе карту или счет скинет, блядь, почему закидывать? Да пизделся, да, получается? Лох, может, на мотоцикл вон там сесть можно? А, кстати, садитесь на мотоцикл. Там Кэкону можно же съесть, и еще один мотоцикл, он... Нет. Кстати, реально, на ленинградский мотоцикл вас в люльке бить не будут. То есть, это купливо. Пусть лов тогда в мотоцикле сидит. Чисто хилов в первую очередь. Хилов и Лока посадили. Так хилы есть. Обладать. На следующий РТ все ленинградами и все в мотоцикл сделайте. Да ебал я в рот, блядь, я свой-то на свой сколько? 1011 потратил. Че из ГОИ этого делать? Кстати, танкуйте вам на троих же место. Он не работает. Не работает здесь? Ну понятно. Только ренегатовские мотоциклы работают, да? Кстати, машинка да. Тут работает, мне интересно. Не, не должна. Ли? Кстати, Экон, ты щит поменял или оверсрам отдал вчера? Оверсрам. Я не знаю. Я отдал. А, ничего страшного. Не, ну в плане у него вообще щита нету нормального. Ну я так и думал, просто дальше не. Дайте на холод. Пиздец, трёшь лёг на этот раз. Бля, мне надо было билд поменять, пиздец. А чё у тебя с билдом нет? Билд на трэш вчерашний остался, забыл. О, они Синдру убили, заебись. Красавцы, да. А куда? Рысь же там. Неправильно же идем, вы куда идете? Мы же на рысь идем, нет? Ой. Ну, ой, на рысь. У тебя, кажется, микрофон не работает, ты не говоришь ничего. Или молчишь? Да, блядь. Настроения нет сегодня. Не знаю. Ну ладно. Ну давайте, пробафайте всех. Я ходки накину. Пейте фласки, сразу и масс дашь. Чё там, отчет дашь? Да. Окей, как и масс закончится, скинь его сразу, я дам. Давайте по ДБМ сразу проход и все. Так, сейчас на остров бегим, да, туда? 5, да, да. 4, а, бегим, 3, бегим. 2, 1. Пиздец, опять там сразу ему. Второй стан, третий стан. А чё вы так побежали?
Ну ладно, бегите на конце уже. Здесь либо диван, либо СС и точечный рез без масс-рез. А, заебись. Я инвиз хотел прожать, он мне диван кинул, хорош. Я экону кинула. Ну я попробую кого-то поднять. Там так экон с диваном стоит. Нормально, живем. Все, просто умираете быстрее. Тут просто в инвизе можно было пройти, я не бежал даже с вами. Вот тут, да, тебе в инвизе, но лучше с толпой бежать, чтобы в некотором времени было, пока нас бьют. А масс-рез же есть у вас? Не, о, прокнул. Масс-рез, масс же нет. Кстати, блядь, шкаф сразу без ума. Кто далеко умер, вставайте. Надо так. Меня и Керуса. Давайте. Блять, все равно застанет, блин. Даже и зелька не действует, я не понимаю. Резко смонимся, нам еще второй круг. Резко ребафнуться надо. Сейчас уже СС лучше навесить на кого-то. Диван ХД. Так. Давайте, готовьте. Ма есть? Подожди, куда ты пошел? Стой, вернись. Отсюда стартуем. Все, тогда сейчас фотки кину. ДБМ. СС кинули? На ИВБ, наверное. Там слева тип идет. 4, 3, 2, 1. Здание и направо? Да, внутрь, потом направо сразу. Убегайте. Ебать, мы тут живые почти все, ну. Грилли добежал? Все, отлично. Давайте быстрее. Все не плохо. Да, Грилли тут, да, тут. Все нормально вообще. Я в танке сразу. Я тут, ну, за углом, только или, аккуратно. Или ты, или Керус, без разницы. За углом там аккуратно, да, там сразу адрес стоит. Типа, ты можешь в ретрике, ничего страшного, Керус, танки, тут пусть и остается, да, время не тратим. Смотрите, кто далеко упал или на лестнице, вставайте сразу, Керус, вставай. Танку вставай. Я не знаю, я не умер, я в инвизе. Ну заходи тогда быстрее, чего ты время тратишь? Куда Вайда, заходи? Лестницу, сможете? Да я так же ломаю. Да все, сумоньте. Все, сумоньте Керусовой, да. Рыбку ставьте, сразу будем есть. Давай, давай, пока рыбку ставьте, сумоньте. Последний, блядь. Короче, на группу типа пойдем, просто отказываемся. Тогда. Или лучше ответственного поставлю. Как хочешь. А где здесь сундук появляется? Возле мобов? Здесь где-то. Окей, я еще посмотрю. Вроде возле мумии должен. Возле вот этой хуйни. СС на Керуса накиньте, если что. Все, руку поели все? Все бафы есть. Масла мажьте? Лапку сейчас сдал. Грилли, я тебе кинул? Нет, не кинул. А СС КД же у нас, бля. Ладно, есть шанс. Да. Аура. А там на рысе надо меняться, там, чтобы броня на 50% не стакалась, желательно. А то если у тебя минус 50 брони, тебе 60 красен все. Все, давайте добавим. На 70. На 75 тогда этот Войт сдаст. На 50 Вероника сдашь. 4, 3, когда 50% сдаешь просто массейв. Блять, трэш. Что это? Трэш слейте быстро туда. Вот череп дал. На заклинатель. Я куда идти? Сейчас, давай, Гена. Просто тоже забейте. Забейте. Ой. Каст, бейте ему каст. Бля, больно. Я не зыбку дал, но, наверное, она помогла. Немного по хуйне вышел. Надо было лапкой. Так я лапку дал ему. Ну, блядь. Так, там гриб я видел. Ну ладно.
Вероник, тогда первый ты сдашь массу. Сейчас давай уже. Ну, нахуй. Сдала. Дал БР. Рабафнулся сразу. Разбейтесь. Бабу прижимайся еще раз. Ты массакру отменяй сразу макросом. Если макроса нет, лучше не давай. Канав так гроб с духа. Меня даже не сакры убило. Каску дайте по ней. Или сама по себе каску. Тебя сакра убила. Там перед этим еще прилетел. Тут аура от физы поможет? Да, ставь от физы. Ну я мастерку дам на нет. Масуха, по-моему, природой бьет. Нет, я имею в виду, физа поможет от того, что двоих танков кливает только, и все. Да, а тотем от силы природы становится. Да, нормально. Так, это может тотем ставить только перед этим. Сейчас прожмите что-нибудь, свои сейвы и дубовые тоже там нормально. Главное шок и трясем мне сейчас. Любой, если что, по хилам щиты закинь предварительно потом. А сам в тень уйди, точку. Я дубовую прожму, а этот, остальные как-нибудь сами засейвятся. Вы рысь там бьете, нет? Я бью да. Рысь, почти залилось уже. Ник, бабу на 25. Сама просто бабу нажмешь, чтобы не умереть. Да не жми, не надо, ничего не жми, не зыбка будет. Окей. 5% осталось. Все. Блять. Киру заберешь? Куда ж БР? Сейчас я рысь тебя заберу. Давай, БР. Бля. Дубовая не спасла? Какая дубовая, у меня сразу ебнул. Там пока взять. Что, Вадь, ты уже закрывал на 4 сундука? Ага. А что, новый видос слышал с 4 сундуками? Надо посмотреть. Окей. Бать, поставил. Ваты, блять, одни ваты упали. Во-во-во. А вот, где вот. Этот? Где этот? Вот оно стоит. Ашли, блядь. Всё. По базаре. Да-да. Чё и там? Я сагрю трэш сразу, как заберу. Кольцо на мультика. Все, умираем? Умираем, да. А чё время-то не дало нам? Реально. Не знаю. Потому что по очереди надо было идти. Ну давай, может успеем ещё. Пиздец. До кого быстрее будет добежать? Да там еще, блять, убить надо. Да не успеем. За киллзону, наверное, быстрее. Не, за киллзону можем успеть. Ну хотя, не, бля. Бля, это так тупо. Это тупо пиздец. Ну да. Ты с первого трая добежать должен и убить. У нас... Да не, мы не успеем, здесь 7 минут 20 миллионов слить. Да. Ну зато узнали, блять.
Что так нельзя? Что надо по очереди, блядь. Ебать. Все, хуй там, а не посох. И дагер хуй там. Ну давайте успеем, может быть, быстрее, не тратьте времени. Мы сейчас пока пройдем, лестница 5 минут останется. Ну да, там говорят, вроде таймер, если есть. Может быть, прибавят там. Проверим сейчас. И если когда таймер есть, еще пульнул, может прибавят еще. Тогда есть шанс. Ну там 10 минут должно прибавить. 10 минут прибавить, тогда мы еще убьем, блядь. Тише моб пошел к нам. Давайте добавим. Я дам первую ману скорость. 5, 4, 3. Самое главное диван раздается. Ебать тут мобов на. Что, добежали? Не оставайся, да, пока умер. Все? Отвыделись? Да. Все, заходим туда. Ты встаем, да? Да. Весайте сразу. Почему мне показывают огромное эко на ЛВ вроде? Бак, видимо. На эко не диван был, ничего не знаю. Давайте фастом сама. Да, и ВБ тоже диван. Тут вот на ваша танка? Да. Да. Угу. У кого-то сопрот есть? Да без сопротов убьем, да, у нас времени. Базара нет, базара нет. На рыбку все равно вставьте сразу. У меня ГБ в КД, рыбы нет. Я поставил рыбу. А Монти типа фаст. Монти быстрее, эко на его, да. Без пола эко сразу. Эко на меня сумма. Ой, Керос и Вайда, давайте быстрее. Все, гол. Каску раздайте. Рыбу не бухли. Грибам дайте. То времени нет, потом рыбалка. Да влетайте во время. Каску давай. Все, гоу. Не дали время. Керам, да? Тогда убьем, может, идут. Рука друг попадаешь в станции, ебать. Он был кусопрот, нахуй. Я тоже бы выпил бы. Весь пей. Бать, он два раза меня кинул. Третий раз шотник уже на меня. Тотем, бы от сил природы. Боря через 10 секунд. Сейчас стрельнет, потом сбегаете сразу. Сбегайте, сбегайте, быстрее. Сбежались? Все. На мне. Все, хуярим дальше. Разбегайтесь. Мне бать по миликам. Блять, выпейте сопрота, если у кого есть, и тотем от сил природы поставь это. Мне плохое предчувствие. У меня не масса сопрота. Ну ты редар, тебе похуй. Бля, вот ты кидаешь трикса на Киру? Да, кидай. Сбегайте сейчас прям, не зыбку даю. Сбегайте. Я... Нормально. Все разбегается. Нихуя! Подлетел? Да. Да, я перо прожал. Ника. Блять, да Ника на фоне было. На мне 300. Сбрось бабу. Блять, если ты не выживешь, это пиздец. Не успею тебе резать. Да все, все, я скинула. Все, окей. А на эко нажелательно щиток кинуть ВБ по возможности.
Да, 3 минуты. Блян. Киевская ножка сейчас, не отпускает. Сейчас сбегайтесь, сразу будет буря. Поближе подойдите чуть-чуть. Дамажит не перестаем, разбегайтесь. Бать, надо высрать ДПС, 3 минуты. Мильки лево-право оставьте, чтобы всех не задевало, пожалуйста. Оно будет задевать все равно, там большой радиус. По-любому? Ну, похуй. Ну, я скидываю кошен, так что по мне-то... Хотя бы 2 сундука, ребят. Пиздец, мы обосрались, конечно. Да, они нормально, дадут время. Надеюсь. Две минуты. Какого хуя у меня Сирус пиздил лука фласку? На больше? Сбегайтесь. Нет. Быстрее, вы что не сбежали? Сюда сбегайтесь. В бурю. Под незыбками, блядь. Быстрее, все, кто бежали. Там не сбежался? Керус? Ренджу набирайте. Хуй знает, выжмите все, что есть. Как? Минута пишет. Но это еще минута с секундами. Вы должны успеть. Надеюсь. Минута 59 минут. Уже полторы, наверное. Да успеваем. Да ебать, ребят, жмите, давайте. Бля. Ой, давай, давай, давай. Сбежались быстрее, сбежали, сбежали, сбежали. Захиливаемся. Жмем, блять. Давайте. Давай, 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 давай. Миллион остался, хуйня. Сейчас я вас. Ебать! Давай! Нет, блять, я не верю, если мы сейчас проебемся. О, ебать! 11 минут, быстрее, быстрее! Лутай быстрее! 11 минут, еще успеем, третий сундук. Лутайте быстрее, побежали умирать. Где третий там? Вот, стоит. Базарь, базарь, сойти. Ужас какой-то. Грац, грац, давайте, фастик. Я не могу, кто-то бой! Там, блять, кто-то... Лутай, лутай, лутай быстрее! Все, умер, давайте. Все, подыхаем. Ну, не спешите подыхать, пока не лутанули. Все, лутанули. Рац. Блять, долго умирается как-то. Блять, бой начался сразу. Да, сука, не заходите, блять. Не заходите, выйдите обратно, блять. Сука, тут все не сдохли, не заходите в инст. Теперь заходите. У меня боя нет. На халяве бой показывает. Ну там зашли рано. Я на троих вижу будет опасно. Все, сейчас до медведя добежать и ебануть его. Добежать 2 минуты и ебануть 5-6. Кира, спекайся сразу. Может, Саня? Тут все надо. Хотя может и Саня. Ванны, вставал. Кирсу больше ДПС больше. Ну вот я поэтому. Не спросили, у меня камни есть. У тебя нет камней? Ну, обозлось. Ну ладно, я спел. Ну чё, у тебя их ничего нет? Ничего страшного, у меня есть, не надо. Всё. А главное, третий сундук, ебаный. Да. Аккуратно вот здесь по дереву, туда не выходите, вперед, назад, назад, вот сюда. Все, давайте, бафы раздали все, лапку сдай, пока я эти фотки кидаю. Пробафайте все. У меня закончились среди. Все, окей, я сам сдам. ДБМ пол пошел, сразу фотки накинул на все. Эффект на ИВБ. СС скиньте на ИВБ, потому что дивана нет, скорее всего. Диван, КД минута. Пошли. Все, побежали. Все, СС есть, побежали. Ебать, топоры полетели. Аккуратно на топоры. Быстрее, быстрее бежим.
Поднимитесь туда и принесите. Еще трэш убить, блядь. Бля, еще трэш, сука. Да он минуту бьется, блядь. Все, добежали, заебись. Умираем. Диван дали? Нет дивана. Как нету, блядь? А как мы резать с собой? СС, СС есть. Дали СС. Все? Ну и инвиз. Давайте, резайте. Все здесь умерли? Сразу все резните здесь. Кроме Вайдовой, mm-hmm. чуть подальше умер. Да, вот в принципе, резать можем, да. Расу, инвиз, имбал. Ой, бля, я сломанный. Дживс есть? Есть. Да, поставь. Я пока рыбку ставлю, давайте. Ой, блядь, ёбаная почта. Дай сразу реги купи. А, да, кстати, да, сейчас. Чинитесь все, потому что мы уже попадали много раз. Давайте фаст, ребят. Там мобы на первого медведях, а они кливают. Первых целителей двух, потом по очереди этих мобов. Смотрите, целители ставят тотемы, и если тотемы не убить, они неуязвимы тупо будут. Давайте, поехали. Ты, короче, танчи. Ты танчит керус целителей, а я медведей. Так, Саня, Саня, танкустовый танк. Ну, танку, значит. Фаст, ну. Тут смотрите за... блядь. Крест первый бьем тогда. Целителей выведи. Тотем, мы смотрим тотем. Да, тотем будете это убивайте сразу, а то он щит вешает. Почему не вы... Потому что тотем стоит, я же говорю, он не уязвим в тотеме. Все, крест бейте. Выведи к ним из-под морды. Выведи из-под морды эту залупу, чтобы милики не сдохли. К ним, туда, да не к боссу. Блять, не к боссу, веди к ним, к рейду, веди. Он стоит на месте, блан. Все, череп поставил, бейте череп. Поставил торговку, бейте. Маг, если фрост, не используй заморозку. Стан не использовать, никто не использует. Бон. Иначе стан просто не успеете сдать на 20%. И он выйдет. Первый танку дашь стан. Скажу, 20. Когда. На 30. Могу стан на 20 дать. Ну давай. Там ровно 20 или можно чуть побольше? 30 вообще где-то 30. Он. Вот, давай. Дал. Бля, у нас 5 минут осталось. Гимна манус дашь его, бля? У нас мана не будет иметь. Также на 30 стандом. Давай. Давай. Ну, я за пулю. За 4 минуты убьем. Ну да, да. Блять, не верится. И на депо и ВБ. Амрики. Все. Все, гол, Гера. Да. Сейчас я наберу агро. Бля, угнанный зевку. В принципе, забираю уже. Давайте по 20к выжмем все дружно. Третий сундук будет легкий. Выжму агро, блядь. Сальву дай парка на авто. Уже.
карте. Кейлос? Что это было? Не знаю. Я убил. Каску чуваком снял. Анкас, да? По мне. Не, ну мы не успеем, пиздец. Было бы еще хотя бы минуты три. Да. Чья идея была на рис сходить первой? Да я-то откуда знал, блядь. Я первый раз такую хуйню увидел. Ну ебать, не додумались же сами себе палки в колеса ставили. На рис первый сходить. Да может даже это, добьем босса, может будет сундук, посмотрим сейчас. Ну, кстати, да. Не теряем надежду. Там все на хуй-то попадало. Сейчас хуяк три посоха, ШМ, волониры нахуй в сундуке, блядь. Пару вещей с ссылка контента нахуй показывали. Т5, блядь, на всех, ну. Да блядь, я заебал. А в танке, что ли? Танков там. Гимн с тотемом будет? Вот ты ли все у нее ебаш? И тебе ему рубал. Да уж. Я вас Киру стамажет. Ага. Сколько? Я умирал. Мне ДПС. Сколько там? 2к? Почти. Да у меня ДПС упал за то, что... Я не дамазал. Мне это не интересует. Какого хуя? БР даешь. А у меня... Брокает, када халява на первом месте. Этот этого гнева солнцепад вообще раз в год брокает. Этот лок нажми раскол. Лок сбросим в рот, да. ЧП так мало дает. Нормально, что дают. Я думаю, они раньше больше дают. Ну могут дать больше, не хочет, но. Не жаль. Все, время закончилось. Почти. 8 лямов не долили. Это минуты не хватило. 3 минуты как раз. Бейсбол. Мы в 30 секунд один лям. Мы считай, ебать, 15 минут почти проебали на рысь. Он нам ни одной минуты не дал, падал с дуры. На следующее КД будем знать. Мы будем говорить всем пугам, что рысь надо первого убивать. Да. Я говорю, если не добегаете до рыси, буду говорить, идите, рысь первого бейте. Сука. Не, ну мы добежали, заебись, считай, потренировались. Да. Ну и группа исследователей, честно, собралась. Все одинаковые маршруты, а мы что-то новое решили придумать. Чё, меня чаржат вперед, а не назад. Но там откидывает от той точки, в которую он прилетел вокруг. Не, ну хупал 4-4. Нравится? Тоже хочешь собрать? У меня только одна тэшка. У тебя хоть одна, у меня вообще ноль. На этом поводине я никогда не соберу ГМ, а если соберу, то не выпадет. Чё, вышла баба? Не. Ибо а там в чате такое? Было написано. Блядь, не латы падают. Ну-ка, details, урон. Мне интересно, сам со скада отличается? Ну-ка. Скада помойка. Почему?
Он мне хил так подрезает. Тебе чел, который всю жизнь скадой пользуется. А у меня точно такой же, как на детейле себе урон. Да, у меня точно такой же. Все, умираем, тогда идем же на лай. Не, нормально. Стой, 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 куда ты, куда ты, куда? Нахуй умирать-то. Нахуй умирать, мы уже отсюда бежим. Реально. Можно даже убить этих мобов. Парочку. Можно убежать? Ну, смысл, мы только их пробежим, нам вон оттуда, оттуда, от угла будем стартовать. Давай разъебем. Я, короче, да, ближнего, ты дальнего танкуешь. Так же на 30 там спам. Ага. Бля, я умереть хотел. Да умрем еще, блядь. Да, это твои годы еще. Мне уже пора. Можно вон видите вообще прыгать. А остальные как у меня? Зелье инвиза. Ну, кстати, можно, но зелье инвиза можно на маунт остановиться? Нет. Нет, без маунта. Ну это зелье инвиза плюс сапоги нужны, тогда можно побежать. Сначала сапоги, потом зелье только тогда. Нет, зельки можно юзать, сапоги. Если у всех инжа есть, попробуйте так в следующий раз. Конечно, у всех рубрика, есть инжа. Рубрика эксперименты начнем. Мне самое главное локу, чтобы он прибежал, а мы же инвизные прибежим, нам похуй. Главное локу, чтобы прибежал. Смотри, Дэвид, я, есть инжа? Я на светильнике стою, блядь. Ну, на следующий КД прокачаешь, да. Вот тебе домашнее задание, прокачать инжу на пол, блядь. Да. У тебя есть место для инжи, или ты там какие-то другие плохо у тебя? Травка. Пройдем, нет? Должны они, наверное, так. Не, эти не загрызутся. Ну-ка, что давай, рубрика эксперименты. Ухожу в инвиз, блядь, юзаю тапки, ну-ка. Это... А, ебать, работает, нихуя. Ну вот. Да, работает. Если крылья... Смотри, он все пробежать сможет, а мы его рейснем просто, если в инвизе пойдем. Ну, пробегать все равно быстрее. Все? Я даю ДБМ. Из окна 5 гриф. Не-не, пробежим же. Первый маг сдаст Вероника. Я сдам. 3, 2, 1. Ну эти с первого эти за этим. Эти, блядь, бегут в барабаны бить свои сразу, блядь. Ну, дети. Умовки, ебан. Не, нормально. Все, я во сне, я сплю. Спокойной ночи. Бать, там их орда, здесь целый Дагестан. Грилли добежал? Как лайк? А кто встанет? Ебать. Я в инвизе, я в инвизе. О, все, как хорош. Грилли-то рез. А? Все ушли? Да, да, да. Ушли, ушли. На тот свет. Перед смертью, блядь, дотки не кидайте, самое главное. Раз в инвизом боишься, я говорю. Да. Ты скажи, ты эконов. Хотел немножко прожать. Меня просто тупо сбрило огнем, нахуй, по инвизу. На Джановая, наверное, лучше, чтобы Кирос в танке был. Сейчас еще одного резную и шкаф, наверное. Я не знаю, там кто лучше агро наберет. Ну, Мишка, наверное, лучше. Ну, Мишка просто много урона, если в 4-4. Его бы рез, если мы... На шкаф нажать. Да, мне, наверное... Да куда вы торопитесь уже, блядь? 3 минуты. Тыкайте на шкаф. Сейчас КД в шкаф повесится, если он... Алло, ИВБ. Сумоните. Да какой сумоните? Они тут в шкаф не тыкают, тут некому тыкать. Нажми быстрее, кто КД на шкаф сейчас. Майкан сказал, что на 2-3 минуты лофнуться ему надо будет. Кто слышал, тот слышал. Ну, я слышу. Мы все равно уже никуда не торопимся. Да. Бать, один вал там будет, что за фигня? И на фанта. Чё со второго сундука упал? Всякая тянутся тысяча. Параша всякая выпала. Так, не, склада нормальная. Да, я видел, падает тут хотя бы. Кто падает? Дагер. Даггер. Сундука же падает, получается. Да, два раза видел. Или три. Два раза. Пиздец, что у нас не падает? Ну, Рик. Алло. Разрали ступни на Редрика. Я сразу пойду. Так, в смысле, а между кем его разрали?
Вероника, ты хочешь у них спиздить? Конечно, сплю и вижу. Че? Она же не хочет вообще дамажить. Прикольные щитки. В смысле не хочет? В смысле не хочет? В смысле? Бля, извини, Вероник сдал. Не беспокойся. Вой, ты же не будешь, да? Да не, пускай ДД забил. Таня. Ну то тогда сразу ты тоже. Ты там дамажить хочешь или Таня? В смысле, ему нужны. Кому? Ты станчишься. Войду. У него так хуй. Они с блоком же? Блок щитом. Не, с блоком не надо. С блоком говно. Если бы я на варе здесь был, я только мечтаю о таких сапожках. Давай. Сейчас, подожди, там еще что-то с блоком было. Ебать. Я будешь блокером, блядь. На блокера. Что? Я удалил все шмотки на блоке. Ну, тебе заставят их восстанавливать. Оно тебе все равно на танке нормально будет. Да, что такое? Помянем. Осуждаю, нахуй, осуждаю, блядь. А что там произошло? РЛ сдуло. Прилетело. Война началась по-любому. Казахстане. Кто-то позвал его, батя, наверное, да? Это как видюха, да, с этим, где за хлебом просили. Да-да-да. Голову я встал. У Нурика там просто громкая дверь, блядь. Её как закроешь, там весь дом трясётся. Так. Осталось надеяться только на трех боссов, чтобы что-то нормальное выпало. Надеюсь. На боссов надеюсь, я сам не плашай. Усохши. Женя, у тебя есть дракона ока? О, блядь. Ока дракона или как? С тобой нет. А там в ГБ же один лежал, я видел. У меня есть, я тебе дам сейчас. Нужно? Две штуки? Прям сейчас есть одна. Давай. Я, по-моему, в ГБ еще закидывал, потом два лука. Если ее никто не спиздил. Я там одно лука видел, и все. Танку, а ты плечо какое носишь? Т4? Да. Бля, вот это никому не нужен тогда здесь? Не, ну мне нужен грудак. Не, вот это никому не нужен. Вместо плеча хорошо. Можешь потаскать. Даже на транс не пойдет. Это этот, либо босса на энхи, которыми никто не играет, либо ханты. Ну, эко надо тогда. На энх. Ну, ханты такое не носят, я не знаю, с хоста нахуй. Энху да, классно да. Будет. Батя, еще и огнестрел упал. Ну, еще ж на ханта и огнестрел упал. Вроде у нас даже вара нет, кому можно было бы закинуть. Он халяве, дай на оф спек. ПВПшный какой-нибудь. А что там упало, покажите. Сейчас все скину шопу. Бегали как дурные. Пальцы не, неплохие. Кстати, на мутика палец хороший. Бисовый, я бы сказал. Бля, не стрел тоже на мутика, слышь, хороший. Ну да, ну мутика есть стоит у тебя. Я ж мутик сейчас. Ну что, кольцо сразу тебе? Я не вижу даже какие кольца, бля, ёпта. Бля, колечко, конечно, зачетно. Бивнилом, бивнилом, посмотри, что же пойдет. Что ты? По-моему, даже лучше, чем это. Скорость. Пикан, что там? Бля, так и да, и огнестрелил, наверное, тоже, блядь, вообще лучше, чем у меня. 260-е, блядь. Набирай тут... нахуй. Ну, конечно. Ну, кстати, огнестрел тебе подходит хоть кому-то? Я Рашу, наверное, распыл, надо забирать тогда огнестрел и кольцо. Ну, блядь. Хоть кому-то, а то я ну, думал, бля, распылять. А забыл, что огнестрел ты носишь? Ну, у меня же рыбарь этот Скар и ну, Гер. Да, да. Но он точно таких же статы дает, только меньше. Кольцо меняй на Толгородовской, нормально будет. А что с Жанналаем может интересно упасть? Вот тебе тут вообще нет. С этой инстан нужно что-то? Ну, голова с малокраса на танка. Ну, меч, если ретрику не надо. С ласта. С ласта? Ну, ретрику вряд ли.
Там три сокета, конечно. Да, из-за того, что стамины больше можно въебать. И то это. Ну, если толком где-то меткость найдет. Классик с малокрасом. Че тебе надо? Не, мы с малокраса, талик. Посох с малокраса, прикольно. Не, головешка бы скрытой с малокрасом. Не, какой как посох? Обычно. Посох зачем? Не, не надо посох. Надо, надо. А Джильса все, да? У всех КД. Вы два одновременно поставили. Че, все, погнали? А в смысле вот два одновременно? У меня же одного только. Шкаф поставь? А, у тебя одного только? 19. Суманите меня тогда еще тоже. Я быстренько слетаю. Выбираешь на энхо, но они плюс на смог еще более-менее могут смотреться. Когда-нибудь мы увидим секретную заготовку в виде энхо. Атака, ну. Угу. И там 100к сразу будет дополнить. У меня, по-моему, уже 5 шмоток. Причем серьезные такие. Осталось 4-4 собрать, уже можно. И можешь дамаж. Ну, энхи дамаж. 4-3. Там 3 кнопки сейчас. Молния, этот удар бури и этот. Там со мной энх соревновался в магике брули. Что, идем драконов? Гоу, все тут. Че, танку в итоге танчит или что? Не знаю. Я знаю вот этих дракошек. Я, у меня есть... Вообще лучше, наверное, я потанчу на сове. Потому что ретрик и кот хорошо кливают, по идее. Ну, я не знаю. Но лучше керус, да? Чего? Потанчить. Танчить? Мне без разницы. Ну просто тебе... Спину искать босса неудобно будет, он поворачивается постоянно. Ну, бьем трэш тогда, дашь. Он еще босса смог освободить. Давай, со стражей. Там стражи же, да, или заклинатели? Где они? Заклинатели надо диспелить. Избивать его кусты. Да, от огня поставь на уровне. Ой, хорошо. О, они прошли. Целка. Целка. Не дают. О, красавцы они. Они леча убили. Ну так вообще все, у них теперь за могут идти сейчас сразу. Им троллейбой и посох падает. Кто еще там может хороший упасть? Зов. Нет, какой зов, они не дойдут туда. Думаешь? Я имею в виду на два сундука. Не, на зов они не придут. Че, у нас еле-еле ДПС схватил тогда. Думаешь? Знаем. Знаешь? Угу. Надежда на плащик дольше. На пост. А у дракона есть у кого-нибудь? У меня одна есть. У дракона есть. Дай мне, я тебе сейчас... Ну, потом... Давай откусись, да? Вон дракон эти лежат, блядь. Дракон, дорогой. Почти то же самое забирай. Прям сейчас хочешь поставишь? Ну да, я сейчас прям поставлю. Зря, конечно, попутал. С ними не пошел. Зря боку ты с ними. Жень, ты мне камушек вернешь? Так, все, тогда Кирус, пекайся. Там по уретрике. Спасибо. А, и ВБ, Кирусу запомнится или будешь диспелить? Кирус всех драконов забирает, мы их резко клеиваем, и все. Подождите секунду, я сейчас камушек сделаю. Всех соберешь, потом только заклеиваем. Всех правых. Рыбу дай. Или лучше заранее начать бить. Как лучше. Ну, я соберу, огромный беру. Нам надо будет идти со стаки просто клевать, а это диспелить. Там самые такие моменты, это когда бомбы раскидываются и на тебе 20 с лишним мобов. Вот этот момент надо прожиматься. Потому что хилы ищут место, где встать, и там прожимка за да, хил. Да, не успеют. Рел, слышишь? Слышу, слышу. Да пронесли все-таки. Красавцы. Че выпал? Локу кельдалар поменяли на кинжал и дробящее на силу на сверстном ведя. Кельдалар? А, уже одноручный. Халява, ешь рыбу. Че без рыбы снимешь? А, все, заломание? Сейчас на кирус снимем. Заломание, да. Погоди, зипку. Кирус, когда прожимок не будет, скажешь, я не зипку дам. Ага, понял. А прожимки-то у меня будут? Все тут. Ой. Блять. Че? Да умру сейчас нас.
От чего? Сам знаешь от чего. На дракончиков? От бомбы ебать. Да не умрёшь. Заглобусь. Тебя заабсорбят на 20к. Да. Все, давайте добавим пул. Тебе дадут волшебного пинка, чтобы двигаться. Вокруг босса станете, потому что он огнем конусом дышит. А, мы первым статиком пошли, да? Ну да. А, ну удачи. Ну да. Ну да. Кстати, забыл сказать, что надо будет мамбасить. Посмотри, с ботинками так идет бутылок. Вон, мамбас, видите, сейчас череп идет. Мушан дает? Че, мне их в корни кинули? Не надо. Ну. Нет, мне слева ловить надо будет, получается. Ебать, смотрите под ноги. Протонул, блядь. Да, ну, правильно, смотрите под ноги, не взорвитесь. 80к бьет. Огненная бомба мимо. Ебать, вниз, что? Спускаемся вниз, спускаемся вниз. Все, и выйдите, босс, да. Ебать, меня там. Я умер стоянно. Он мне въебал 24к огненным дыханием, хотя я перед ним стоял. Я в углу стоял, он на меня дыхнул. Так он конусом бьет. Да ебаный рот. Спустись. На, нахуй. Еще разок. Подожди, а в чем прикол? Я не стоял около бомб. От них надо еще держать ренжу какую-то? Да, 3-4 метра. Давай посмотрим детали смерти просто. Ну, у меня бомбы убили, это точно, но я не стоял прямо на ней, блядь. Я стоял далеко от нее. 32к огненная бомба. Там радиус есть у них. Может быть, бомба в сене в куче лежала или под землей. Я вот тут вот стоял, и около меня 3 бомбы были, я... Может, возле тебя кто-то взорвал? Или нет? Ну, давай Вероника в ретрике будет. Какой? Тут же все равно кливать надо этих бомбов. Ты близко? Не стой. Либо, либо бабл прожим. Сколько сундуков сделали? Ну и с сапротами? Без. Ну я с сапротами. Ну будет сдувать за милую душу. И на огонь надо резист. Ауру стоит. Делай на сундуках, а так... Тупанули. Так, нам гениальная мысль просто пришла. Да. Одна. Пойти на рейс сразу. Если без сапрота, то надо до ЦЭшника. Да. Сапрот пить. Какие сапрот? Мне, блядь, 56 минут. Еще сапрот. Ну, либо не умирай же. Да нахуй надо, я магический доспех лучше, блядь, прожму. Ну ты не умирай тогда. Да ты прожимай тогда. Я прожил. Ебать, колечко еще, блядь, нихуя не 271, а 277. Я что-то не взглянул. Примешь? Ты нихуя, ты че уже почти 260? Да, получается. Ты че, дядя, блядь, все разденься. Так мне только половина шмоток на РПБ, блядь. А че такой жирный? Все, все тут. Да. РПБ нет. Нормально. Все, давайте добавим пул. Кто выпил, тот выпил сапрот. Ботинки с Карагер. Ну, никто не хочет выпить. 5, 4, 3, ботинки с Карагер? Угу. С Карагер, да. Все, че вам, черепизрика, готовьтесь. Здесь. Все равно он как-то больно дышит, блядь, по 30 почти, блядь. Так, не... так ты... Так я убегаю от него, он все равно дышит, блядь. Не дыши. Он, наверное, стаки, когда он дышит. Шиловский. Грилит, как ты умер? Блядь, дай БР грилит. Ну, еще, наверное, рано, пусть он скастует бомбу. Вот, после бомб можно. Дракончик.
Но я их докомандую. Байер дал. Вставай быстрее, пока дыхания нет. Да, вот эту лапку. Кажется, когда дракон. Сейчас это дохуя станет. Стаки. Просто диспель пока да. Сколько там драконов еще? Все. Убирай драконов. Пать. На-на. Ну, ИВБ, стакин, снимай. И выйди. Ну, надо было заливать. Сколько стаков у тебя было? Нихуя, ряд больно. Ну, сколько стаков было? 5. А медведя магия пробивает как нормально. В смысле 5 стаков тебе не убивает? Там, наверное, стаков 50 было. Я не знаю, сколько он есть. Но в смысле? Мне... Адони показывала 5-6. Блять, не должно типа 5-6 стаков? А, я понял, меня стена убила. Ну вот. Блять, да ну нахуй, блять. Я говорю 5-6 стаков, тебе там 30 стаков еле пробивает. Да меня богу еще драконы пиздят, я что-то... Бля, вот. Да я не знаю, нахуй. Медведь, обмани. Вероника, спекнись в ретрика и ВБ в ДЦ, давай так. Так я могу просто скерусы диспелить. Ну диспель тогда. Пусть и ВБ тоже запомнит цель керусы диспелит, как стаки видео. Ты тоже керус, говори диспел, чё ты молчишь, у тебя же есть микрофон. В ладони видно. Да, стесняюсь. И ВБ не видит. Сколько вы, брать, проходили мы это? Сколько бы вы ни проходили, меня здесь не было. Ты, если не видишь, нажми вот на этого, на Кируса, запомни цель, и там видно. Я и говорю. Слоску на хп возьму. О, нифига себе. А зачем здесь на хп лучше обстоят взять? Да сопрот. Блять, ну нам двух дракончиков пережить с двух сторон, и все, босс убили, ребят, ну что такое? К тенкам не подходим, к бомбам не подходим, блять, кто? Здесь. Поэтому канал туда-сюда, ну. А, блять, ждать не дают. Вышли, вышли, блять, смотрите. Женек, Женек, сейчас дух. Блять. Женек, не стой, а там стены нет. Все, ебать, нихуя себе. Бывает такое? Бывает. Чуть не отлетел. Там же огненное дыхание, ты можешь проабсорбить тяпу в первую очередь перед ним? На КВБ чуть не сдуло. Нахуй есть. Да на лаки какой-то бывает. Бомбы. После бомб боза лемать, короче. Сейчас бомбу. Я тебе под напул дам истерию. К стенкам не подходите. Бать. Все, сейчас будем заливать. Блять. Убьем потом по ИВБ Даша тут. Забирай всех. Не, ну это пиздец. Спускайтесь. Что? Короче. У меня БР не был. Почему мы умираем отдыхаем? Все, короче, мы этот. Фекаси ИВБ. ДЦ. Ну потому что мы в прошлый раз ДЦ убивали, там на нас щиты были. Да, тут дыхание ебнутое. Да, тут дыхание по 28 камня залетает, блять, когда у меня 30 на жизни. У меня остается тютелька, хотя я с сопротом. Да, и прожимаю ложный выпад, на похую.